Привет, друзья! Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о состоянии олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, который вторую неделю находится в реанимации с пневмонией. Он простудился, у него воспаление легких, но присоединилась какая-то инфекция, которая вместе с этим дает вот такие кошмарные последствия. Хочу сказать, что он у наших самых лучших врачей. Врачи борются, мы стараемся им не мешать, надеемся на улучшение. Он сильный человек. Зажигаем свечи, молимся и думаем о нем, сказала Тарасова в эфире программы «Ты не поверишь» на НТВ. Напомним, 10 января Костомарова госпитализировали с пневмонией. Фигурист находился в тяжелом состоянии, и его в тот же день перевели в клинический центр Коммунарка, где подключили к аппарату ЭКМО, который используется в случае развития острой тяжелой дыхательной недостаточности. Несколько дней назад стало известно, что Романа собираются отключить от ЭКМО, так как его состояние улучшилось.